В этом году открытие поискового сезона откладывается из-за пандемии коронавируса, поэтому представители движения в Московской области уходят в онлайн. 19 апреля на платформе Zoom прошел первый региональный семинар. Его участниками стали 24 человека со всего Подмосковья. Руководители движения и региональных отделений ДСАФ России, командиры отрядов, кураторы исследовательских и медийных проектов, активисты. Они рассмотрели ряд важных вопросов, в том числе работу общественных объединений в период повышенной готовности и всероссийскую акцию «Судьба солдата», которая в этом году также будет проведена в новом формате видеоконференции. В тестовом режиме электронные приемные акции начнут работать в Московской области уже со следующей недели, а в дальнейшем поисковики планируют проведение дней единых действий, чтобы увеличить охват аудитории с помощью качественного медиасопровождения проекта. Мы специалисты такой области.